недавно сделала заказ. Ой, короче, заказала освещение себе и звонил только что курьер. Мало того, что неделю ждала заказ, хотя тут вести, в принципе-то, я не знаю, часа два, наверное, три. Сама фирма, у которой я заказывала освещение, находится в, короче, недалеко от Ступино, и они отправляли этот заказ самолетом. Это жесть, просто жесть. Ну, ладно. И сейчас курьер позвонил. Мне очень нравятся такие работники. Это вообще просто работники года, наверное. Меня предупреждали, что курьер может приехать с 10 до 2 часов. Соответственно, когда позвонил курьер, я у него спросила, вы будете делать контрольный звонок перед тем, как будете подъезжать, чтобы я знала, что вы там едете, я не знаю, чтобы мне, может быть, выйти. Нет, у меня нет времени, я не буду звонить, короче, вам сказали, ждите, вот с 10 до часу ждите. Вообще, сама любезность. Вспомнила, что у меня нет мелких денег за доставку заплатить. Короче, придется бежать в магазин, менять деньги. А то, мало ли, может, сейчас этот придурок и приедет. Прибыло освещение. Это всякие детальки, штатив. Освещение пришло в сумке. Не хухры-мухры. Сейчас проверим, посмотрим. Выглядит это вот так, штатив, само освещение и камера, которая крепится к освещению. Давайте тестировать. Короче, это у меня съемка без освещения и вот это вот еле-еле накаливание. Все больше и больше и светлее и светлее. Ух, у меня уже болят глаза. Ну, я не знаю, какое тут максимально. Вот максимально. Это вблизи. И с моей стороны выглядит это все вот так. Надеюсь, этот переключатель не сломается, который включает и выключает саму лампу, и хватит его надолго. Лампа, я считаю, не из дешевых, поэтому хотелось бы, чтобы она работала, в общем-то, нормально. Я сейчас немножко красная, потому что волнуюсь, волнительно, волнительно. Ну, мне очень нравится. Освещение у меня 30 сантиметров. Я думала, очень маленькое будет. Почему-то мне казалось, вообще будет жуть как маленькое. Но нет, все довольно-таки хорошо. И мне нравится это освещение. Как на полную работает, так и когда работает на эффекте накаливания, довольно-таки неплохо. Допустим, если на улице слабое освещение и пасмурно, то эффект накаливания, мне кажется, самое то. Короче, вы можете сравнить. Камера немножко подстраивается, но вы видите, да? Пока она не сломалась, я довольна. Очень качественно сделано. Ну, не знаю, насколько качественно, но выглядит все довольно-таки неплохо. Так, в комплекте шла еще вот такая вот штука. Это вы можете впихнуть свой телефон. И эта линейка раздвигается. Вы можете телефон, iPad, что угодно сюда впихнуть. Также у меня есть два фильтра обычные. По-моему, потому что я тестировала ее только что без вообще фильтров каких-либо. И это, наверное, очень портит зрение, глаза, поэтому, наверное, нужно будет напялить фильтры. И есть еще вот такие желтые. Сейчас мы попробуем, как и с такими, и с такими. Боже, пока надела, короче, это капец. Пока разобралась. Ну вот, с белым просто прозрачным фильтром. Ну, это даже не фильтр, это просто такая... Короче, это не фильтр, это просто обычная прозрачная защита, из-за которой не так просто давит на глаза свет. Мне нравится, что без нее, что с ней. С ней, конечно, свет даже мягче, мне кажется. И вот желтый свет. Я даже до конца надевать не буду. Это ужас. Можно регулировать освещение, как хотите. Можно вот так, вот так. Можно одну белую, одну желтую. Можно их местами менять.
понять, как угодно, как хотите, с какой стороны, и все в таком духе. Я надену и оставлю прозрачный фон. Всегда так стрёмно надевать. Он надевается еще как пазл. И не до конца он, кстати, тут и крепится. Куда-то уехали. А в целом, да. Освещение пришло со штативом. Пока я разобралась, как надеть на штатив, то тоже не совсем было понятно. Не знаю, если кому-то интересно, то могу поподробнее рассказать. Камера ставится на само освещение, это очень удобно. Здесь, конечно, не очень удобное крепление. Оно такое шарнирное. У меня подобный был штатив раньше, и он сломался из-за такого крепления как раз-таки. Поэтому, я не знаю, может быть, что-то другое придется приобрести со временем, если этот сломается, а если не сломается, то буду им пользоваться. И да, я только сейчас заметила, что нужно протереть вот эти вот панели, которые я поставила. Блин, я уже думала, поставлю и не буду морочить голову. Хотя, когда смотришь на саму вот эту вот лампу, глазам потом как-то так непривычно. Ну, это то же самое, что посмотреть на солнце, логично. А так мне очень нравится, что я могу при любой какой-нибудь пасмурной погоде, вечером, ночью, просто сесть, что-то снять, если мне что-то нужно. А вы пишите, как вам освещение, нравится или нет. И как лучше, без освещения, когда я снимала, или с освещением? Освещение, конечно, очень сильно выбеливает лицо. Его интенсивность можно регулировать в любом случае. Так как сейчас на улице солнечно, я могу сделать какой-нибудь минимум, допустим, не знаю, вот такой вот. Видно все мои красные щеки. В общем, поиграться с этой лампой можно. Я буду как-нибудь экспериментировать, что-нибудь такое делать. И да, это я делаю не только для себя, а делаю для улучшения канала. И надеюсь, вам понравится, что я так стараюсь. Надеюсь, кто-нибудь оценит это. Ладно, пошла я дальше заниматься делами. Главное, этот курьер, который привозил освещение, был такой прям жесткий, такой крутой по телефону. Зато когда приехал, и я сказала, что я буду подключать, проверять освещение. Да, конечно, прям такой весь. Я как чувствовала, что приедут не к часу ко мне, а именно раньше. Почему-то все курьеры приезжают, не знаю, ко мне к первой практически. У них рабочий день начинается с 10, поэтому где-то в 10:30 обычно курьер у меня дома. Когда я камеры заказывала, то же самое было. Я как чувствовала, что они приедут раньше, и специально сходила в магазин, купила себе вкусняшек и разменяла деньги, потому что у меня не было мелких денег там за доставку заплатить и все такое. Ну, в общем, я довольна, что все хорошо случилось, освещение получила, все мне нравится. Грядут небольшие перемены в моей жизни. Я надеюсь, эти перемены к лучшему, и все будет окей.